И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все так же на Extension. И вы посмотрите, кто стоит за мной. Да. Ну, во-первых, я их притомил, чтобы скинчик. Нам всем выдали скинчик из анимации по арку. Назовем это пока что анимации. Вот, выдали скин Паразавра. Это скинчик, который выдали на Новый год. Вот, я сразу притомил Паразавра, сразу же притомил Раптора, чтобы они оба у меня тусовались. Такие вот. Чисто любого левела, лишь бы только были. Вот. Ну что, клево, клево выглядит, конечно же, это. Единственное, что вот этот скин. Да, то есть он никак не влияет на то, какой ты, то есть здесь отображение, то есть это никак не влияет, это единственная, собственно, разница. Вот, также у меня получается опять двойня вылупилась, но на этот раз они у меня прям идеальные получились, но самка. Но у всех стоит и кафовые. Если посмотреть, то урон в левом верхнем углу 34. Ну, вы поняли. В общем, все они клевые. Что по ХП, что по урону, они все одинаковые. Вот, кстати, вот это чудо вообще просто-напросто случайно. Забыл выключить режим спаривания у первых двух. Потом заглядываю, чтобы богатки собрать, и такой, оп, а здесь облотворенное яйцо, почти что инкубированное. Там инкубация 1% остался. Ну, в общем, он у меня просто все яйца собирает, как бы, и те. Ну, в инкубатор закинул, а там, клево. Ну, вот поэтому, ну, понятное дело, давай собирать. Здесь я получил немножечко ресурсов, точнее, немножечко предметов. Здесь оставил чисто только ресурсы. Сейчас, так как новогодний ивент, где-то Raptor Klaus летит, он как раз только вылетел, и на него мы не пойдем, так есть только по пути, но я пару раз залутал Raptor Klaus, и вот что мы получаем, специально здесь все оставил. Ну, в общем, не сказал бы, что что-то хорошее, например, вот это на металл мы разберем, это точно будет классно. Ну и вот это вот всякая... гадость, назовем это так, назовем это так. Ну, в общем, что-то, да, мы получаем, а что самое главное, это на халяву. Так, давай урончик. Здесь я состыковываю эти все. Сейчас пойдем за третьим артефактом. Если на выходных будет настроение, то пойдем на стримы, на стримчик запущу. Гриндол, ну нормально, 667 металла, но мне больше интересно вот ты. Не, пистолет оказался лучше, это, конечно, поприкольнее в этом плане. Ну и давай все это дело перемолим, посмотрим, что из этого мы получим. Ну, во-первых, дофига органики. Вот, и дофига в целом ресурсов. Ну и это все, да, пожалуй, все, что я с этого получил. Делаем все легко и просто. Ой, это гриндол был, да? Вот, забираем все предметы, нажимаем депозит, и они распределяются по своим местам. Потому что здесь у меня стоит также и под органику. Единственное, что все у меня распределилось как нужно. Отлично. Так, я все эти перемолол. Давай их, короче, сюда сложим, пускай будет. А, слушайте, если вы знаете, для чего нужно вот это говно, амело и уголек, напишите в комментариях. Вот, реально, напишите в комментариях, я не помню. Я не помню прям вообще. Вот, поэтому, если помните, напишите в комментариях, это мне, возможно, чем-то и поможет, если это что-то хорошее. Скинчики делаются в печке, все как обычно, делаются в обычной печке. Но мне они не нужны, да и в целом я не качаю этого... Не качаю себе... Господи, как... этого пиздюка, короче, не качаю. У меня он... малой, вернись. Малой, вернись, я все подшиваю. Вот, у меня тут
Он у меня называется Малой. Вот, я его так назвал, поэтому он у меня так. Ну, это все, что касаемо новогоднего ивентушки. Что, да как где. Всегда, я уже видел комментарии о том, что, типа, да, этот эсплюсовский щит, он, типа, на изи разносится на серверах. Ну, камон, на серверах там другие есть фишки, которые, из-за которых диносы тупят. И точно так же не проходят. Не знаю, возможно, это фиксит. Но я сомневаюсь, что это что-либо фиксится. Поэтому на серверах там свои фишки, а на локалке свои фишки. И да, на нормальных серверах этот щит ломается. На дебильных серверах этот щит не ломается. Так что, ну, в смысле, там, где они также тупят и просто в щит упирается головой. Единственное, где щит ломается, ну, неплохо. Чё-то довольно хорошее. Да, кайф. Единственное, что я могу сказать, виверны. Виверны сносят этот щит своим дыханием, и это логично. И второй комментарий, на который ответил чуваку: во-первых, он явно не смотрит мои видосы, а во-вторых, если смотрит, то явно не слушает то, что я говорю. Гига, где тебе высру гигу, когда единственный гига, кстати, прикиньте, единственный гига у меня появился на карте, гига 45 левела. Надо будет его притомить. Вот. Ну, это уже будет за кадром, под это дело. Сегодня что? Сегодня возьмем двух рексушек и пойдем на лесной этот, за лесным артефактом. И уже, соответственно, там будем прокачивать их. Так, здесь у меня 7, здесь у меня 6. Ну, в общем, погнали, хватит уже болтать. Вход в пещеру найти легко, сравнительно. То есть, предлагай. От этого озера идем сюда. Ну, в целом, координаты в левом верху видите. Левом верхнем углу, верхом... Я сегодня устал. В верхнем левом углу вы видите координаты, так что с этим проблем нету. Координаты... Так... Опача, надо этот телепорт убрать. Телефон, бляха. А, это телепорт дома, я ж его не переименовал, я его подобрал, не переименовал. Отлично, я красава. Мы будем надеяться, что это телепорт дома. Вот. И вызываем 230-ю. И 230. Они у меня уже прокачаны на ХП. Как видите, уже также 104 287,2. Вот. Ну, я теперь им качаю урон. Но они просто стояли, как бы, и просто качались у меня из-за того, что я в целом находился в игре. Такс. Дальше что мы делаем? Первая такую цель. Все правильно, ты также и остаешься. Такс, а ты. Вот за. Это и козуешь. Все, погнали. У них нету этого, как там она называется? Ой, родственные. Ну, в общем, короче, у них нету этих мужско-женский вот это вот как оно там. Короче, я поплыл. Вот этого, короче, у них нету, вы поняли, это я туплю. Вот, ну, вот такая вот у них, назовем, беда. Но, с другой стороны, пофиг. Я еще, то есть сегодня только первая вышла серия с артефактом. Да что ж ты подлагиваешь, что собака? Да хорош, давай, прогружайся. Чё они на меня атакуют-то? Вот, поэтому я не знаю. Если кто-то что-то писал, какой-то отзыв, то я этого явно не знаю. Про то, как лучше на ускорении или без ускорения. Вот. Поэтому, ну вот, как-то так. Посмотрим, что из этого выйдет. В целом, пещера не должна быть слишком большой. Но я бы, наверное, все-таки ускорил комментариями, как это было в прошлый раз. Наверное, лучше сделаем так.
Ну, как-то так. Ой, что это у меня с игры? Во, переключился на игру. Весь путь вы прекрасно увидели. Я считаю, прям идеально показал. Опять-таки же, артефакт очень рядом с местом вызова. Поэтому, опять-таки же, с моим читерным модом на телепорты я могу прямо сюда телепортироваться. И, соответственно, когда мне нужно будет сразу, то есть, чтобы вызвать, сразу же залутать. И это не составит каких-либо проблем. Прокачались они вполне неплохо, мне нравится. Ну вот. Поэтому, красота. 10 тысяч урона. Мне нравится. В общем, поход мне в целом очень сильно устраивает. И как в плане прокачки, и как в плане... В целом. То есть, он был интересен. Это было не просто так, что-то где-то как-то. А это был реально вполне интересный поход. Так. Давай, лети домой. Если что, если это не дом, то задефаешь топижару. Погнали, посмотрим, что здесь еще остается. Уйма кристаллов, конечно, да. То есть металл встречается по пути, тоже прикольно. Но, понятное дело, лутать здесь его, ну, такое. То есть это надо либо бур с собой таскать и буром лутать, либо уже это... Двумя динозами здесь очень тяжело передвигаться, прям крайне тяжело, вы сами видели. Здесь еще загвоздка... Вы что, уже по новой спавнитесь, что ли? Здесь еще загвоздка то, что эти у меня рексы выведены, а выведенные рексы бегают быстрее. Сильно быстрее. Поэтому вы прекрасно видели, насколько иногда это приводилось к каким затупкам. Давай посмотрим, что нам здесь нужно на тебя. Лапа тираннозавра, позвонок зауропода и, ну, пораженное сердце, это понятно. На каждого по сотке пораженного сердца нужно. Это дофига, если честно. По 10 лап и позвонков. Ну, с лапами проблем, как вы понимаете, нету. Даже здесь я их подлутал так вольно-таки немало. Вот. А вот с позвонками зауроподов, это, конечно, да, это чутка... Сколько всякого говна. Это, конечно, может быть какой-то проблемкой, но я думаю, что не сильный. В целом, что могу сказать? В целом прикольно. В целом прикольно, и я думаю, в следующей серии надо уже заняться мехами. И тут будет два варианта. Либо я сам побегаю по дропам, либо я все-таки запущу стримчик. Или серию стримчиков по арку, и уже там походим по дропам. То есть, ну, во-первых, пообщаемся. Уже давно этого не было. Во-вторых, какая разница, я все равно делаю то же самое. Хоть, хоть так, хоть так. Так что разницы для меня будет вообще никакой. Выйди сюда, скотина, застрял там. Вот. Поэтому, почему бы и нет. Посмотрим, посмотрим. Но в любом случае, мне сейчас нужно поискать этих... хорошие рецепты на мехов. Поэтому... Поэтому посмотрим, что буду делать дальше. Давайте все-таки интригу серии... закроем. Это все-таки телепорт домой или же нет? Да, отлично, это телепорт домой. И, как вы понимаете, у меня опять здесь вечер. После похода в пещеру ломается арк, и у меня начинают на карте появляться тени. Вы сейчас видите закат на арке. Точнее, на экстиншене. Там, где солнце и луна стоят на месте, как всегда, у нас... Теперь есть закат. Да, такая вот фигня. Вот такая вот фигня вышла. Кстати, подлагивало у меня, я-то сразу что-то не затупил. Но арк обновился.
А так как у меня записывается все вот это на туда же, на тот же жесткий диск, где и арк, в общем, мне нужно было освободить место жесткого диска. Мне там было прям в притирку гигов, там 50 гигов всего лишь свободно. Вот, поэтому подлагивал, освободил, все, красота. Такие вот пироги. Я стал лагать. Ну, кстати, реально это лайфхак для вас, народ. Если у вас реально лагает арк, для освободите жесткий диск. На том, где у вас тот жесткий диск, где у вас находится сам арк. Лагать может и стать меньше намного. Ну, в этом, по крайней мере, есть какой-то смысл. Уж не говоря о том, что закройте браузер. Хотя браузер с ютубчиком. Вот такие вот дела. Вот такие вот три артефакта у меня теперь здесь тусуются. Мне это вполне нравится. И в следующей серии пойдем уже, я думаю, создавать меха, тренироваться на нем ходиться. И все в таком духе. Ну а на этом я уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать мне, конечно, делиться моими видео с друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо, добра, всем пока.